время быстро очень проходит, пока спрашиваешь, как у вас дела, как здоровье, как это, и быстро время прошло, тем более в 11 суток, и уже надо было уже, и как бы на суд его должны были пригласить, поэтому... А настроение вообще... Думаете, человек, сидящий здесь, и какой настрой, он понимает, что... Это все неправильно. Изначально мы об этом всегда говорили, что это нарушение, во-первых, Конституции, Уголовного процессуального кодекса и закона. Все это было сделано. Да. Мы думаем, что правда все равно вас торжествует. Все придет на свое место. Сколько длилось? Минут, наверное, 3-40. Это было первый, да, сюда? Да, вот мы с Ириной Юрьевной сегодня первый раз попали вместе. Бодрый, мы были рады, что он в таком состоянии, в общем-то, он хорошо держится, молодец. Ну, о чем вы обсуждали? Ну, мы его здоровье, содержание, как здесь, какие условия, ну, в основном. Вот. Может, на что-то? Ну, в общем-то, конечно, не курорт, но... Может, на что-то жаловался? Нет, какие-то там указания, может, какие-то? Какие указания? Ну, как вы же однопартийцы. После всех этих событий, вот с Ириной Юрьевной сегодня первый раз его посетили, поэтому он в хорошем состоянии, хорошо, у него все нормально держится. Ну, так что он...